Добрый день, дорогие друзья, добрый день. С вами Вячеслав Кипкаев и котел Бош 6000, газ Бош 6000, друзья мои. Этот котел вам хорошо, наверное, известен, собственно, как и мне. Работает он здесь уже 3 года. Этот котелок имеет немецкие такие корни, и работает он хорошо, уже, как я сказал, уже 3 года. Я приехал сейчас его навестить. И, собственно, у собственника этого котла как бы нареканий к работе его нет. Говорит, что все нормально, Вячеслав, он работал хорошо. Но есть у него претензии есть большие. Да. Претензии. Претензии есть большие у него к этому котелку. И сегодня я вам о них расскажу. Кнопки надо все сделать, пересмотреть, нажимать. Вот у меня до этого был котел итальянский. Поставил и пошел. А здесь этот, для старого человека уже нужно сначала выпить этот лекарство памяти, да. А потом начать уже. Да, потом начать нажимать. Да. Вот. Итак, здесь стоял итальянский котел, который приказал долго жить. Он просто нахрен умер, скончался, и мы его вынесли. 10 лет отработал. А на это место мы поставили Bosch Gas 6000, который работает уже 3 года, но вот есть нарекания у него по кнопочкам, вот по этим, о которых я вам расскажу. Итак, кнопки для старого человека — это просто трэш, друзья мои. И вот каждый раз я приезжаю, если пожилой человек, я ему рассказываю, показываю, и это бесполезно, потому что вот крутилки — это самый лучший вариант для котла, для русского человека. Да, крутилки, да. Самый для чуваш лучший. Тем более, скажи. Для немцев, для русских, для итальянцев. Вот, крутилки самые, это самое то. Так, друзья мои, теперь мы проводим эксперимент по нажатию кнопок на этом немецком котле. Ну, это не совсем немецкий котел, это русский котел. Но такие имеют немецкие корни. Ну и так, давайте нажмем на кнопочку. Так, вы запомнили, куда нажимать? Для того, чтобы от зимнего перейти летний, так. Нужно нажимать, в общем, там. А вы теряетесь, не да, можете. Да. Вы человек пожилой. Да, и там нужно вас ждать, еще стрелки надо ждать. Да. Потом минус искать. Минус искать. Вот, потом только что делать опять? Все. Вот так вот. Вот для вас, для самое то, это крутилки, правильно я сказал? Правильно, вот, правильно. Крутилки, друзья мои, я прошу Башей обратить на это внимание, поэтому я каждый раз в видео я буду это записывать и указывать какие-нибудь косяки. Не обессудьте. Вот собственник котла, вот. Итальянский был у меня 10 лет. 10 лет работал. Включаю, да все. Ну так, сейчас я его перевел на режим ГВС, в летний такой режим, который, ну, отключил отопление, и он у нас работает в режиме, только в летнем режиме, в режиме ГВС. Ну, всем добра, позитива, с вами Вячеслав Кипкаев, подписывайтесь, ставьте лайки, привет всем! Да! России привет! России привет! Пока! Удачи!